Всем привет! А на ремонте у нас Samsung Galaxy A32. И это печально. Знаете, почему печально? Ну, не для меня, конечно, а для хозяина. У нас разбит дисплей, и переклейке он уже не подлежит. Вот такое противное разбитие. Дисплей уже потух. Сегодня будем менять модуль в сборе. Куплен оригинальный модуль. К слову сказать, стоит он 6000 рублей. Вот так поставляется в сервис-паке. Вот так выглядит. Здесь уже имеется динамик и боковые клавиши. Все заклеено скотчем, наклейками. И давайте приступим к замене. Наверное, в один дубль, может, в два. Не знаю. Крышка задняя у нас здесь пластиковая. Пробуем ее поддеть. Телефон подогрет. Подогрет на сепараторе. Повторяюсь, у кого нет сепаратора, в каждом видео говорю. Берем фен у матери, у подруги, у сестры, у жены. Главное не получить потом по щам за это. И греем просто феном. Обычным феном, не монтажным. Точно так разогреваем, чтобы потом просто вот так срезать заднюю крышку. На задней крышке у нас там особо ничего нету, поэтому просто срезаем ее. Она пластиковая, да, видите, да? Здесь у нас имеются антенны, их главное не порвать. Так. После того, как крышку отклеили, выкручиваем все винты, которые мы видим здесь, и которые не видим, тоже выкручиваем обязательно все винты. На Samsung'ах они все одинаковые, все магнитные, не знаю, почему на Honor'ах делают не магнитные, почему у них фокусировка после этого не работает. В Samsung'ах все работает. Все болты абсолютно одинаковые. На А-серию Samsung'ов я всегда рекомендую покупать именно оригинальные запчасти, чтобы потом не получить отвал тачскрина или отказ отпечатка пальца. Вполне можно это схватить, купив даже копию наподобие OLED'а. Ну, для вас ссылочки в описании оставлю, конечно же. Проходите, смотрите. Ссылки все будут в описании. На многие запчасти, не только на дисплей, еще ссылки оставлю. Итак, все винты выкручены. Нет, вру, не все, еще два пропустил. Вот в этой части телефона еще два винта имеется. Их тоже обязательно выкручиваем. Главное, камеры особо не лапать. Все винты выкручены. Берем, достаем сим-лоток. Ага, у нас тут симка, флешка еще не вытащены. Клиент оставил симку с флешкой. Ладно, главное не потерять. И чем-нибудь, вот желательно в этом месте, где у нас как раз таки сим-лоток, там помягче, подсовываем и расщелкиваем рамку. Телефон у меня включенный, выключить я его не могу, так как дисплей у меня не показывает. Все, рамку сняли. На рамке у нас ничего интересного, кроме динамика. Убираем в сторону. Отключаем обязательно шлейф аккумулятора. И у нас здесь всего один шлейфик идет. Вот такой. Он и на дисплей, и на субплату идет. Так, традиционный болт для Samsung у нас имеется. Что-то я не наблюдаю. Да, имеется вот он болтик у нас один. На всех Samsung, ну почти на всех этих новых Samsung, один болтик держит системную плату. Его убираем отдельно, потому что он у нас маленько другого размера.
И нижняя плата у нас здесь просто подклеена. Нет, вру. Смотрите, нижняя плата тоже подкручена на один болтик. Поэтому аккуратно, главное не оторвать. Первый раз вижу в этом месте, чтобы Samsung делали болтик. Отключаем. Обязательно отключен аккумулятор. Отключаем сканер отпечатка пальца. И вытаскиваем весь этот бутерброд отсюда. Пожопились Samsung, но на виброзвонок. Поэтому вибро и аккумулятор пролью-ка я флюксофом, чтобы проще было снять. Так, вибро у нас есть. Вибро нам Samsung не положили. И остался у нас аккумулятор и сканер отпечатка пальца. Так, сканер у нас слегка подклеенный внутри там. Не как на других моделях. У нас болтов здесь нету. Аккуратно снимаем, обязательно не трогаем пальцами. Пока оставлю проклейку, не знаю, на новом дисплее она есть, нету. Потом посмотрю. И осталось нам снять только аккумулятор. Это самое сложное. Еще флюксофа. И пробуем завести туда карточку. Так, не идет. Попробуем приподнять. Да, приподнять получается. Надо какой-то растворитель типа флюксофа или изопропанола что-нибудь подливать. Тогда идет вообще без карточки даже. Опа. Аж выскочило. И проклейка у нас осталась на аккумуляторе. Аккумулятор весь целый. Ничего с ним не случилось. Не рекомендую проверять новые дисплеи. Оригинальные. По одной простой причине. Ну, без сбора телефона, имею в виду. Если мы сейчас без сканера отпечатка пальца подключим сюда все компоненты и включим его, у нас собьется калибровка сканера отпечатка пальца. Поэтому нам сначала надо все собрать. Так, проклейка там новая имеется. Давайте старую тогда оторвем до конца. Чтобы не перекосило у нас сканер. И поставим сразу сканер, чтобы туда пыль у нас не попала, не дай бог. Иначе получим нерабочий сканер. Так, снимаем вот эту наклейку. Тоже. И, в принципе, все наклейки у нас сняты. Берем теперь. Ложим. Так, этот палец говорю. Вибро забыли. Вибро ложим сначала. Потом ложим плату. И обратно прикручиваем один наш единственный болтик. Все. Имеется у нас болтик. Вибро у нас подклеится потом. Ничего с ним не случится. И нижнюю плату обязательно. Коаксиальный кабель. Единственный болтик, который держит нижнюю плату. Все. И подключаем сканер. Обязательно сканер подключаем. Потом ложим аккумулятор именно в этом порядке, потому что можем получить, повторюсь, не работающий сканер отпечатка пальца, не откалиброванный. Потом надо будет калибровать. А мне этого не надо. Все подключаем. Все проверяем, все подключено. Подключаем теперь аккумулятор. Только после этого проверяем на работоспособность дисплей. Те наклейки, которые мы сняли, потом можем в случае неисправного дисплея приклеить обратно. Есть вибрация, есть картинка.
Так, телефончик запустился. Проверяем тач. Ага, у нас стоит пароль. На пароле у нас тач не проверить, да? Ну, давайте хотя бы в экстренном вызове посмотрим. Да, тач отзывается корректно. Засветов синих пятен я не вижу. Скорее всего, дисплейный модуль у нас вполне исправен. Можем продолжать сборку. Отключаем пока что. Все. Проверяем, чтобы все у нас было окей. Камеры на своих местах, чтобы ничего нигде не выпирало. Все шлейфа подключены. Подключаем обратно аккумулятор. И в обратном порядке собираем телефон. Проклейка на аккумуляторе у нас осталась родная. Никуда он отсюда из корпуса уже в любом случае не денется. Все. И закручиваем обратно все винты. Так, винты закручены. Родная проклейка у нас здесь осталась на крышке целая, но она уже такая после снятия не очень. Поэтому маленько я все-таки клея по периметру задней крышки нанесу. Прям так, чуть-чуть. Буквально миллиметр. Ну, вот так где-то. Так, слегка попали на камеру. Убираем свои косяки. Все, в принципе, готово. И крышечку мы ничего не лапали. Ни линзы, ни заднюю крышку. В принципе, крышку можно без подготовки обратно вставить. Она идеально сюда ляжет. И на резиночке на пару часиков. Все. Повторюсь, у нас дисплей оригинальный, все у нас вклеено было в рамки, пробую включить. Да, есть у нас вибрация, все запускается. Да, вот такие вот нынче цены на дисплее. Дисплейчик стоит 6000 рублей, естественно, это делалось все не бесплатно. Пишите свои комментарии, в комментариях пишите, за сколько обычно стоит такой ремонт. Я почитаю и отвечу, столько денег я взял или не столько, но... Чем дальше, тем дороже. Samsung вообще у нас лидеры по дороговизне ремонта. Пока что как-то вот так. Да, все включается, все отлично. Ждем в Исхане, отдаем клиенту. Вот такой был подробный у нас ремонт. Подробная замена дисплейного модуля на Samsung Galaxy A32. Вам, товарищ, спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. С вами был Руслан. Надолго не прощаемся. In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way.